Я лично столкнулся с тем, что я приехал специально на избирательный участок, подошел к столу, не оказался в списке, встал в очередь, и в очередь я стоял больше 2 часов для того, чтобы получить все-таки бюллетень и проголосовать. Собственно, я это сделал. Но пока я стоял в очереди, очень много людей просто уходили, ссылаясь на нехватку времени, для того, чтобы просто не захотели стоять в очереди. Что было сделано? Было сделано следующее. Мы написали коллективную жалобу, формат, в которой те, кто уходили, хотя бы фиксировали свои паспортные данные, то, что они не голосуют на этих выборах. Но все мы прекрасно понимаем, что ушло очень много людей, очень много. 30% тех, кого нету в списке. Мне кажется, что такие выборы вряд ли можно признать легитимными. Вот, и с этим фактом нужно, конечно, разбираться. Вот. А по общей ситуации я хочу сказать, что хватит уже гайки закручивать, сколько можно. Если зреет протестное настроение, дайте народу выпустить пар. Если дальше будут закручивать гайки, что сейчас, собственно, и делают, то просто это там в конечном итоге через год, если не сейчас, то через год, через два выльется на улице. И тогда уже там события могут развиваться совершенно по непредсказуемому сценарию. Позорно. Вот так они набирают голоса. Мы живем несколько лет. У нас все четкая прописка. Никого в списках нет. Чудеса. Чудеса. Куда мы пропали? Городок-то небольшой. Все четко. В управляющей компании все мы есть. И вдруг нас не стало. И вот мы стоим в очередях. Почему? Просто. Вот это вот малая часть заявлений, которые мы получили от избирателей на этом участке. Естественно, каждая жалоба будет рассмотрена. Мы попытались обратиться в администрацию, но в администрации просто передо мной так закрывают двери, не хотят разговаривать, чтобы разобраться, как вы с этой ситуацией. Что происходит на этом избирательном участке, сейчас я просто не понимаю, потому что каждый из стоящих здесь людей может записаться в список несколько раз, проголосовать несколько раз. Книги не сброшированы, не прошиты, поэтому итоги голосования будут голосовать. Я и моя семья проживаем в Пушкине уже 4 года и были очень сильно удивлены, когда пришли на избирательный участок и нас в списках не оказалось. Значит, избирательная кампания организована на участке 16.08 безобразна, потому что очередь, которая идет официально по спискам, она составляет 1/3 от той очереди, которая идет вне списка. Спрашивается, кто проверял эти списки, как их организовали. И самое, что удивительное и необъяснимо, пока мне никто это не смог объяснить. Бюллетени получают все, кто стоит в дополнительной очереди. Из какого резерва берутся эти бюллетени, если в списках этих людей не оказалось. Дальше по нашему законодательству в школе и прилегающей территории запрещено продажа спиртных напитков. В буфете продается пиво, тубор и прочие напитки. И плюс это еще в
во время избирательной кампании. Я написал заявление по данным недостаткам. Оно у меня зарегистрировано за входящим номер 1. Мне бы очень хотелось, чтобы на мои поставленные вопросы мне ответили. Это школа. Но я могу общаться, да, как с журналистом и давать какую-то информацию. Правильно? Не будем смещать, а давайте освещать. Дмитрий Васильевич, нет. Что? Это несколько не так. Что? Я не могу общаться с журналистами, как наблюдатель. Не, ну... Общаться не можете. Вы интервью давать вы не можете. Вы даже не член комиссии с правом решающего голоса. Вы просто наблюдатель. У вас нет полномочий. Правильно, освещательный голос. А? Право совещательного голоса. Ну, какое право совещательного голоса? Пусть вам интервью даст. Кстати, да? Хотите, да. Секретарь, хотите? Нет? Какие вопросы вас интересуют? Нарушение. Значит, да. Подойдите сюда. Вот тут представитель Яблок у нас. А, да. Значит, до начала работы избирательной комиссии были представлены приглашения вступительного выставления. Дальше были проверены все стационарные переносные ящики, проверены, опечатаны, опломбированы. Вот. Дальше было доведено по количеству избирателей, сколько у нас избирается в Государственную Думу, по спискам идет, сколько в законодательное собрание, сколько было получено избирательных бюллетеней в законодательное собрание и в Государственную Думу. Сколько было получено в этом состоянии, сколько выдано. Все было доверено. И окружено вон оно. У нас увеличено, там все есть. В ходе работы вот представителями, наблюдателями от партии «Справедливый», «Яблоко», «Коммунистов» были проверены списки избирателей. Да, верно. Было? Верно. Было. Они проверили? Замечания были? Замечаний не было. Не было. Составили Макса, но она все проверила. Само выборы проходят в рамках закона. Вот они смотрят, наблюдают. На сегодняшний день, вот на эту минуту у нас все голосуют в помещении, вот в кабинах, столами здесь. Такого случая, чтобы кто-то взял, вынес бюллетень, не было у нас. Активность вообще-то хорошая. Так? Да, очень. Потому что вот такие выборы, когда очень много сейчас идет избирателей. Были у нас еще представители из ОБСР. Проверяли, прошли, тоже замечания нет. Так, еще раз спросили, что мы здесь найти, что шаг по нарушению подобного и спросил. Внимание, товарищи, у нас сегодня первый раз голосует молодой человек. Всем мы его и поздравляем. Спасибо.
Ты приедешь, ты голосовал?